Всем привет, дорогие друзья, с вами Докерс, и сегодня я продолжаю выживать в Чернорусии. Так, сейчас я... Ехтить, колотить, что это такое? Сейчас я в Черногорске, но собираюсь направляться в сторону Мышкина. Через Зеленогорск, вот там... В общем, как-нибудь проскочим на Мышкина, на базу. Залутаемся, блин. И уже пойдем к нашей палатке. Так, ну вот, в принципе, планы все мои. Сейчас главное найти дорогу из города. Все, я уже нашел. Все, в принципе, нормал. Через Надеждино, я думаю. И напрямую туда. Как тут выйти-то? А, я жрать хочу, идти колотить, я не забыл. Так, мне надо срочно найти пожрать. Пойдем напрямую, все. Так, вот в этом доме по-любому что-то должно поесть. Что-то за дом. Сейчас поймешь. А, гостиница, окей. Давай, хоть баночку хотя бы, блин. Баночку фасоли мне бы навалили. Кстати, вот здесь я первый раз бегаю. Так, так, блин, где ж пожорить-то мне найти? Мне на яблоню хотя бы. А то я чувствую, до Мышкина не доберусь. У меня уже красный хангер. Твою медь, а. Уж простите, извините. Сир, но я, пожалуй, свалю. Бля, нихера он шустрит. Ты чё, гонишь, что ли? Мужчина. Бляха, тут тупик. Так, это у нас что такое? А, футбольное поле. Нифига себе. Два футбольных поля. Даже с трибунами ездить, колотить. Прикольно, прикольно. Так, зомби отстал. Вроде бы. Так, мне надо срочно пожрать, найти. Давай, давай.
давай хоть попьем хотя бы. Ну да, конечно, прилет. Так, где я? Где мой топор? Блять, я потерял топор. Да он, блин, а, вот он. Нормально в другую комнату улетел. Так, балаклава мне на... Не нужна, блин, я думал, это еда. Так, так, давай, давай, где же ты? Где еда ты моя? Приди ко мне поскорее. О, блин, еда. Прекрасно. Давай, пожалуйста, мистер, все нормал. Сейчас мы это все дело пожорим. Так, мы вроде поели, а... Бля, мы целую банку фасоли съели. Ты не наелся? Ты идиот? Так, мне бы еще пару баночек, и я б наелся. Так, давай-давай-давай. Что у нас тут? Красная панама. Она нам нафиг не нужна. Поэтому бежим дальше. Тут ничего нет. Херово. Буду рассказывать, объяснять все, что происходит. Да. Вышел в дверь, зашел за угол, вижу тачку. Тачки ничего нет. Я заблудился. Куда бежать? Прямо вот сюда, в этот дом зайдем. В дом зашли. Тут ничего не нашли. Из дома ушли. Скорее в трактир. Так, идем не спеша. Зомби. Лечу я, да? Я ж только что Динхола, блин, убежал от Динхола. Он опять тут стоит. Уж простите. Сир, но я, пожалуй, не буду к вам подходить. Макарев. Пистолет, да тут ни хера нет. Ешь хоть сколько котлет. Так. Все, уходим нахрен. Так, дайте мне хоть одну-то яблоню, ё-моё. Я, в принципе, яблоки на снегу. Или рюкзак хотя бы. Патрончики, патрончики мы возьмем. Кстати, я давненько магнум не видел. Так уж, ликер, водочные изделия точно не будем брать. Ну, в церковь не вижу смысла идти. Блин, жестко, да, поменялось, блин. Какие прекрасные архитектуры. Добро пожаловать в программу о вас. В общем, ЭБС... ЭБС... ОБС никак не хочет. Вот почему я не могу перепрыгнуть через этот гребаный забор, в котором нету, блин, калитки. А, вижу калитку. Смотри, какой шикарный заборчик, а. Там дырка. Так, есть что пожорить-то, а? Чуть ничего нету.
повыше чатик. Так. Тут у нас ничего нет. Блин. Плохо, плохо. У меня по-прежнему почти красный хангри. Так, у нас что? Кстати, блин. Я нормал, вроде слышно все меня. Так, что у нас тут? Тут у нас, блин, да как так-то, а? О, кстати, фишечка клевая. Бля, кормуха. Выкинем вот это. Возьмем это, распакуем. И сделаем битву с гвоздями. Так, напорим пока выкинем. Че, мало гвоздей? Бля, мало гвоздей, офигеть. Ну тогда не будем делать битву с гвоздями. Так, окей, окей, окей. Свечка, вот это нам надо. Блин, некуда ложить. Дайте мне рюкзачок, чтобы я мог спокойно. И я уже пить хочу. Так, надеюсь, я в правильном направлении. О! Это что такое у нас? А, свитер. Кстати, давайте такое вот. Возьмем, хотя нет. Кожанки-то лучше. Привет, привет, кто сейчас присоединился к нам. Я не могу найти себе пожрать нормально. Кажется, яблоня стоит. Так. Как так-то, а? Дорогие друзья, как так? Вообще не понимаю. Где вся еда? Так, там нам не зайти, надо обойти. Привет. Кто присоединился? Привет. И уважаю всех и каждого. Так. А что у нас тут? У нас все пусто, блин. Вообще, хоть же капуста. О, блин, ребятки, ура. Мешок, где у меня веревка? Сейчас мы все скрафтим. Рюкзачище. Срубим веток. И где? Так, вы ветки сюда пока. Да. На 20 слотов рюкзак. Шикарно, блин, вообще. Живем и выживаем. Давайте наденем шлем более-менее такой, я имею в виду, защищенный. Маску можно снять. Если что, дорогие друзья, чат читаю, так что пишите.
делитесь, хвастайтесь, рассказывайте, чё, как дела вообще. Так, яблони, яблони, где же ты? Вон, вроде, яблони стоит, нет? Да, вот яблони, ура, давай. А, блин, тут забор высокий. Высоких гор. Сейчас мы наберемся яблок. И все будет в шоколаде. Так, давай, давай, давай. Ну чего ты не хочешь собирать, а? Да как так-то, а? Да собирай ты нормально. Наша, давай, я. Всё, сейчас должно. Ты, блин, не работаешь-то. Дайте мне другую яблоню. Так, что у меня тут? Блин, наверное, ушки надену. Сегодня мы, короче, с друганом решили сделать сладкую вату. Вообще, блин. Это был трэш. Жалко, им на видео не записали. Я хотел записать, да, блин. Фиг знает, что тут не записали в итоге. Так. Ты яблоня? Ты делаешь? Бляха, корыто сломал. Ой, корыто. Так, тут у нас чё? Два колеса. Окей, окей. Ну что ж, идем дальше. Да нет, вот так вот. О, так нормал. Фуфырик алкоголя.
который нам нахер не нужен. Бля, последняя надежда у нас на магазин, потому что у меня уже хангри скоро красным будет. Красная куча бестекстурного говнеца. Блин, вообще ничего нет. Так, тут смотрите, кто-то тоже полено собирал. А, вон туда прямо. Сяду немного поудобней. Сложно, сложно, однако, выжить, блин. Кстати, надо попробовать вот этот микрофон. Нормальный звук будет. Я вижу, попить сейчас. Попьем. Вот. А, у меня топора же была, не пить-то. Точно.
Булава, блин, лежит. Давай возьму ее в руки. О, яблоньки на снегу. Все яблони, только 4 яблочка. Блин, что не собираешься? Не хочет, прикинь, ты собирать. Ладно, хер с тобой, золотая рыбка. Так, так, о, блин, быстрее жрем. Мы наедимся. Ладно, короче, выдвигаемся дальше. В принципе, вроде поели. Став у меня выскочил, это что я пережрал. Поэтому можно выдвигаться дальше. Сейчас, в принципе, уже будет надежда. Привет.
Седьмой айфон. Родные уши. Седьмой айфон. Так, насколько мне помнится, здесь могут быть козы, зомби и... Это же Надеждина. И должна быть надежда на лучшее и светлое будущее. А, еще участок точно. Да, нормальная хоть подошла. Так, хорошо. Хорошо и прекрасно, я сказал. Ну так. Так. Тут у нас что? Тут у нас ничего. Ух ты, нормал. Я ж турист, возьму туриста. Я предлагаю, знаете что, разобрать. А как? Не, не так разобрать. Че, я его разобрать не могу? Да, обидно, блин. Ну, ладно, хрен с ним. Нельзя, так нельзя, что поделаешь так теперь. Так, у нас тут участок, в котором даже закрыты двери. Очень странно. Уже здесь никого не было. А very good. Есть кто? Так, на МП-5. Так, штаняги, конечно, переоденем сейчас. Ну, блин, полностью нифига закрыто, неожиданно. Так, у нас тут есть... Угу. Это сюда. Обоймочка сюда и под... Опа, руины. Так, который не может быть.
Явно кто-то есть или кто-то был. Ребят, кто-нибудь есть? Кто-нибудь есть? Бля, я испугался, думал, кто-то идет. Бля, никого нет, прикиньте. Наверное. У-у-у, вот это нормал. Вот это я понимаю. Комбинейшн, окей, это все мы возьмем дело. Блин, обидно, что оружия нормального нет. Так, здесь тоже ни хера нет. Это пен. Все, уходим нафиг. Блять, по кругу дома бежал. Бежал. Я думаю, что за ложка? Это лопата, блин. Так, нам надо будет вот туда бежать. Пока мы вот здесь еще прогуляемся. Еще еда. Еще покушать. Еда покушать еда. Еду. Так, тихо. Время то шуши 5, блин, шуши 5, уже 5. Что тут делает будка, блин? Ну, разработчики, ну вы, блин, даете. Thank you.
Ладно, дорогие друзья, буду на этом заканчивать. Я надеюсь, вам понравилась эта небольшая прогулочка. В принципе, завтра постараемся уже добраться до самой базы в Мышкино. Залутаться, конечно же, там. И будем выдвигаться уже в сторону нашей палатки, которая находится за СЗ. Я надеюсь, мне ее... Сколько? 42 минуты я уже стримлю. Или еще постримить, я не знаю, просто видишь, народу нет, блин. Никому, видно, не интересно мое путешествие. Которое, блин, уже у всех это путешествие, наверное, вот здесь сидит. Ладно, давайте еще прогуляемся чуть-чуть. 43 минуты стрим. Так, блин, никто не смотрит, поэтому... Поэтому вот так. Не знаю, что. Ладно, прогуляемся еще тогда. Направляю сейчас в сторону Мышкина, если что. В поисках хорошей жизни, так сказать. В поисках нормального лута. И будем направляться уже в сторону моей палатки, которая находится за СЗ. Это я уже, наверное, говорил. Иду не спеша, в принципе. Не вижу смысла куда-то либо торопиться. Вышка. И нам получается на вот туда. Чуть-чуть левее брать. Давить. Я могу забраться на нее, но не буду. Так, давайте вот так вот пойдем. Тихо, ФПС, не проседай так сильно. Так, я надеюсь, в правильном направлении я направляюсь. Блин, я думал, кто-то бежит, а это никто не бежит. Вчера, короче, я такой бегу, счастливый, все вроде сытый. Этот, ну, нормально все, у меня никакие болезни, ничего.
И херак, все, отключился. Не знаю, либо меня вырубили. Ну, то бишь, подстрелили, скорее всего. Ну, я так думаю. Так, где же? Мне главное сейчас не потеряться. Чуть-чуть вот правее уже идти, потому что я чувствую, что куда-то я не туда бегу. Я хрен его знает сейчас. Сейчас узнаем. Так. Вау. Почти. Я, кстати, видел, как чувак как-то на забор забрался. Тоже по такому скосу, только на высокий забор. Так, это у нас что там, зелено, что ли? Нет? Нет, не зелено. Так, стоп, не торопимся. Вот такой красавчик. Турист, скажем так. Оружие, не слышал. Я предлагаю пройти через. Экшен был. К сожалению, не был. Или к счастью, я не знаю. В принципе, я не люблю экшеновский. Ну, экшен, если там только с зомбями. Вот это у меня экшен бывает, да. Мощь. Всех просто рублю сразу с конца. А так. Был в каком-то там стриме, я точно уже не помню, может, дня 3 назад. Там на СЗ я немного там одного завалил, от второго там увернулся, так сказать. А так экшенов у меня практически не бывает. Есть YouTube на канале. Канал на YouTube. У меня там есть небольшие экшены со стримов. Ну, правда, одна подборочка только. Вот так бывало. Бывало хорошо, а бывало плохо, скажем так. А так я больше, знаешь, повыживать лучше. Добыть пищу себе, там, блин, разжечь костер. О, стоп. Зеленогорск, прямо Пулково. Нам надо вот туда, прямо, короче. Хочу, кстати, давненько я там не был. Хочу посмотреть, что там изменилось. Сейчас посмотрим, народ, что у нас. Ну, все так же, шестеро точно есть. Еще бывает, играет не в сети, как я обычно бывает тоже. Не в сети играю, и все. Поэтому точно неизвестно, сколько народу у нас на сервере сейчас. Помню, раньше вон там машина спавнилась у дома у этого. А, еще фишка-то в чем? Знаете что, блин? Патчи 0.60 собираются убрать нахрен машины все. И... слов нет. Одни эмоции, дорогие друзья. И так, блин, бегать уже заколебалось. Еще тачки сейчас вообще уберут. И так тачку хренованной, это... хрен найдешь, да хрен соберешь, блин. А тут вообще их уберут. Типа, а что-то там, короче, они работают нестабильно, и поэтому их собираются убрать пока. Ну, я надеюсь, пока, блин. А не навсегда. У меня сегодня был экшон дома, блин. Сегодня с друганом решили
сделать небольшой лайфхак, сделать самодельный, как его, сладкую вату, короче, самодельную. Вот. Ну все красивенько, нашли баночку, все четенько, моторчик, вся фигня, все, все вроде нормас. Взяли небольшой тазик. Вот. Ну все, расплавили его. Ну как расплавили? Не доплавили мы сахар. Сахар с водой, все нормально, нагрели. Первая попытка. Я, короче, беру, держу этого поварёшку, но мы не сделали крышку. Надо было крышку и в крышке дырку сделать. Вот, мы не сделали этого. Просто без крышки. Я беру эту поварёшку, а она слишком жидкая у нас получалась, но мы же не знали точно, как надо делать. Вот, слишком жидко. А, вот, слишком жидко получилось. И я, недолго думая, беру и всю поварёшку нахрен выливаю в эту нашу баночку. И в итоге вся эта сладкая, ну, вода там, сахар, вода, смесь вот эта вся, как расхерачилась у меня по всей комнате. А еще стоял этот тазик прям посередине, можно сказать. Так у меня... Штаны по колено, короче, были в сахаре. Все, блин, стенки. Монитор, блин, стоявший на полу. Забрызгало нахрен. Короче, все забрызгало. Пол весь сладкий, липкий. Так, где-то курица кудахчет. А где-то курица кудахчет. Вот это был экшончик у нас сегодня. Ладно, в общем... Полы я помыл, все стенки оттер. Решили мы попробовать второй раз. Делали крышку уже с дырочкой. Сварили сахар нормально уже. Более-менее карамельный цвет получился. Вот. Потом чё? А, попытка номер два. Берем. Заливаем мы эту сладкую вату. А у меня моторчик. Укрепление это. Я не знаю, интересно вам или нет. Я тут рассказываю. Вот. Ну ладно, да расскажу. Моторчик был приклеен у меня на клей. Так, в куртке ничего нет. На клей. Ну, это... Из пистолета клей. Вот. И, короче, а получается сахарная... Это, жижа-то она же горящая. И чё, мы выливаем... Она вроде все началось уже, блин, вата уже начала такая появляться, как бы, разбрызгиваться по всей поверхности. Так, я туда не могу подняться, да? Смотри, тут какие-то счетчики, я раньше их не видал. Вот. Начала. И нагрелась жестко, и в итоге клей-то начал плавиться, и эта баночка у нас как чух, вылетела, а моторчик так нормально жестко крутил. В общем, вторая попытка у нас тоже не получилась, нифига, чуть-чуть так. Чуть-чуть. Вата уже как бы пошла. Вот. Третья попытка, у меня друган, блин, нормально не промыл дырочку, баночку. В итоге там как бы этот, сахар-то этот весь застыл. Чё, смогли отколпали, а дырочки-то не проковыряли. Вот. Чё, тут ничего нет? Так, откуда я пришел? А, я пришел вот оттуда. Да, я оттуда пришел, мне, значит, надо туда. Окей. Вот, короче. А, дырочки-то не проделал. Опять сварили сахар, опять начинаем заливать. И нифига, блин. Ладно, опять остановили, опять все отмыли, дырочки проковыряли, сделали их побольше. Хотя зря я это сделал, конечно. Мы... Так, шляпа. Чё? Чё? Ну, нормально. Пол упаковки точно. У нас поварёшка такая была, мы в ней варили сахар. Вот.
последняя попытка вообще, блин, я там вообще психанул, потому что все вроде начинает льется, пошла вата, все уже я такой там пытаюсь что-то наматывать, но в итоге получилось, что вата начала разлетаться, потому что мы дырочки-то проковыряли не с той стороны, не с внутренней, она была с наружной. Ну, а с наружной проковыряли, она была с внутренней. Вот, в общем, и дырки большие получились, и вата начала вообще в разные стороны просто разлетаться по всей квартире, ну, комнате. Я, короче, ему кричу, стой, а он, короче, льет и льет этот сахар, короче. Вообще такой трэш, блин. А, я еще это, клей-то как бы отклеился, так я взял два самореза больших, ну, вот таких где-то. Ну, не спин больших, но все равно баночка там вот такая, блин, а у меня вот такие саморезы. Я на саморезы прикрутил крепеж этот, и к моторчику все мы это дело прицепили, вот. И чё, спад это вся рассыпалась, жидкость вся, короче, нормально так, короче, опять забрызгала мне всю хату, и я второй раз помыл полы. Я вообще так не мою полы, а тут, блин, в итоге пришлось мыть полы. Было, короче, жестко. Чё-то я... Ну его нахрен, эту сладкую вату. Лучше сходить в магазине, дешевле бы вышло бы все это дело, чем мы тут намудрили, блин. Но зато было весело и прикольно. А еще не забываем, дорогие друзья, подписываться на канал, конечно, это же несложно. Чисто по братски кнопочку щелкнуть и все, и оповещение высветится у меня на мониторе, и у вас. И будет под музыку там тыц-тыц-тыц под какую-то, не помню точно. Вот. Такие дела. Вот такая у нас сегодня у меня день прошел. Так. Вон Мышкина. Мышкина, Мышкина, в Мышкина я уж не пойду. А нет, такой это не Мышкина. Или Мышкина. Да-да, Мышкина, все правильно. Нифига, какой у меня эпичный трек. Вы слышали этот трек? Ты слышал трек этот? Я надеюсь, было слышно. Сейчас я послушаю. Да, слышно. Нормал. Спасибо, братишка, за подписочку. Вообще от души. По-братски. Так, ну что ж. Вот мы, в принципе, и у цели. Кажись-ка, да? Подожди, а где она? Бля, у какой я цели? Я думал, я уже у Мышкина. Не у Мышкина. Ёк-макарёк. Нам надо вон туда. Но я что-то и подумал, что-то как-то рановато в Мышкина мы выходим. Это не может быть, чтобы это было Мышкина. Вот мне надо вроде туда, через горы.
Блин, вот. О, вертушка! Вертухаечка, вертухаечка моя. Вот, точно. Смотрите, кстати, я сейчас на вертушку, а потом вот так вдоль леса, и мы уже выйдем. Выйдем мы уже. И выйдем мы как раз и в Мышкино, вот и все. Так, дорогие друзья, на, быстрее, 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 быстрее. Короче, я чувствую, скоро будет экшон. Ай, а какой экшон-то без оружия? Корова. Пс, ты знаешь, что я? Нет. Как у Мармока. Так, ладно, не будем. О грустном и о печальном. Бля, я чувствую. Чувствую, зря я сюда выполз. Да? Вот я и смотрю, тут что-то корова, блин. Корова валяется. Бля, есть смысл вообще туда идти или нет? Я буду как этот выживший. О, блин, вообще идеально. А, почти. Чуть-чуть подползти. Все. Ай-яй-яй. Все, меня никто не видит. Я скрылся. Так, ладно, окей, встаем и бежим. Аллилуйя, через кусты, через кусты. Блин, я все равно хочу проверить. Коровы, вы что тут тусуетесь? Не тусуйтесь тут так. Я хочу. Кемпера стопудово есть. Стопудово есть. Поэтому знаете, что надо сделать? Правильно, съесть яблочко. Молодец. Ляг и съешь. Так, давай еще одно яблочко съедим. И еще одно яблочко съедим. Так, ну что ж, пожрать мы пожрали. О, подожди. Угу. Угу. Явно обойма не отсюда, и патроны тоже не отсюда. Зато вот отсюда патроны. Блин, хреново. Ладно, в общем, соберемся так. Собрались, собрались. Побежали! Ура! Ура! Оп, оп. Так, вон еще корова. Бля, не, я не вижу смысла, кстати, туда бежать. Если что-то там и было, то там уже этого нет. Поскольку корова, видите, направлена в ту сторону. Так.
Вон еще, кстати, трупак, да? Ай. Там труп лежит или, блин, человек лежит? Хер поймешь. Так, 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 давай, давай. Где же я? Все, мы, в принципе, уже скоро в Мышкино будем. Так, предлагаю снизить скорость. Чуть-чуть прислушаться. Все, можно выдвигаться дальше. Что ж ты топаешь-то, блин? Даже так ты слишком топаешь. Так, ну я чувствую, на мышке на стопудово кто-то есть. Так, тут у нас кто-то патрончики расковыривал. Вроде тихо. Вот я пробежал, считай, от откуда? От Черногорска и до Мышкина, и я не нашел толкового оружия. Как так? Может, я где-то не так неправильно ищу. Так, самое главное первым заметить. Так, тихо, вроде все чисто. Ну, если... Так, 6 человек до сих пор. Где-то, ну, двое на СЗ. Трое в Мышкина. И четвертый еще где-нибудь шляется. Ой, шестой. Так, я немного сбился. Давайте идем прямо. Дорогие друзья, не забываем подписываться на канал, высветится этот клёвый значочек, ну может не клёвый, конечно, но с клёвой музычкой. О, я в тот раз, помню, здесь тачку нашел, причем рабочую. И уехал на ней. Далеко, надолго, но в итоге, блин, пока буксовал, меня услышал Windows. И прибежал ко мне.
А потом он меня убил. Ну, я, конечно, там сам нарвался, малёх. Начал с него шмалять. Из всех орудий. Да, я думаю, сходить надо всё-таки вышку посмотреть. Только дальномер. Это не есть гуд. Так, я сейчас, знаете, что предлагаю? Я все равно без оружия, в принципе. Мне, как говорится, терять нечего. Я не боюсь потерять своего персонажа, поэтому сейчас включу громкую связь. Я откуда-нибудь с кустов буду кричать: «Русский есть!» Если начнут по мне шмалять, значит нет. Хотя... Так... Почему ты так топаешь? Как слон, блин. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Смотрим гору. Бежим, 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 бежим. Так вот, понизу, понизу, понизу. По привету всему свету. Так. Так, на горе никого вроде. Блин, плохо, что и даже прицела нет. Бля, зомби. Ты чё меня пугаешь? Бля, вроде никого. Ай, хер с ним, побежали. Ура! Беги, Форест, беги, главное. Так. Тихо. Раз, два, три. А-а-а. Так, аккумулятор. Прекрасно. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Манцуем, манцуем. Куда я побежал? Не знаю, куда я побежал. Побежали, побежали. Быстрее, 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 шнали, шнали, цигель, цигель, ай, люлю. Ура, ура, ура. Все, вы все равно не утащили, правильно? Я в штанишки переодел.
хотя лучше вот на эти. Где мои штаны? Вот. Ребята, русские есть? Алло, ребят, я вообще с миром пришел. Я без оружия, ребят. Если вы меня слышите, то не стреляйте. Don't shoot, don't shoot. Эй, люблю я это дело. Здравствуйте. Зря, да я думаю, не зря. Вот когда я играл, да? Так, эти сюда подойдут. Бля, эти сюда не подойдут. И эти сюда не подойдут. Так, тихо. А, сюда подойдут такие, но у меня их таких нету. Или есть? Сейчас проверим. О! Ты зарядил их? Ну, судя по всему, да. Окей, у меня есть теперь оружие. Ура! Блядь, застрял. Беги, беги, Форест, беги. Ура, ура, товарищи, ура. О, я помню, тут были такие нормальные у нас замесики. О, разгрузочка. Так, тихо. Ура, 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 ура. Блин, страшно вообще, не хочу умирать. Ну, именно сейчас неохота умирать. До этого было пофигу, а сейчас мне неохота умирать. Поэтому очень страшно. Помню, Андрюху здесь положили, блин, через это окошечко. Так, давай, давай, окей, окей, оп, 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 оббегаем, оббегаем. Так, я вот эту крутяху вообще не советую брать. Вау! Так, вроде чисто. Сейчас проверим, что за патроны.
Да не, смотри, идиот. Не для тебя, да? Спички. Побежали дальше, давай, 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 давай. Оп. Так, надо бы, чтобы он выстрелил, если что. А там уже зомби к нему сами побегут. Так, давай, давай, отбегаем. Отбегаем аккуратно. Опа. Бля, ничего нету. Давай возьмем приклад. Хоть что-то утащим. Нихера себе. Вот это поворот. Клево, конечно. Но теперь осталось найти обойму. Так, еще. Еще. Тоже нихера. Курочка, привет, петух точнее. Так, обоймочки. А у меня обоймы-то, кстати... Не ты? Ты не обойма? Бля, ты не обойма, нифига. Куда ты обойма? Хер его знает. Ладно. Погнали дальше. О, вот эти чуберцы. Хорошо, прекрасно. Здравствуйте, обоймочку. Где же ты, обойма? Хоп-хоп-хоп, как ниндзя. А, вот она. А, это что, обойма на М-ку? Обойма на М-ку, охренеть. 9 патронов, правда, но ничего страшного. О, а это что? Блядь, все не подходит. Так, тихо. Аллилуйя. Оп-оп-оп, быстренько щел. Сюда, оп, обманочными маневрами главное все это дело делать. Кстати, вот эти синие, наверное, получилось. Дорогие друзья, не забываем подписываться на канал. Я думаю, вам не сложно. Чисто по-братски щелкнуть на кнопочку подписаться и все там, чё. А вот это я, пожалуй, надену. О, боже, 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 боже. Так, так, так. Вот нам на сюда. Так, 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 так. Опа, щелк. Блин, каску, наверное, надену. Ура, ура, товарищи, ура. Вояка так, блин, что-то не наделось. Да надевайся. От души. Так, идем дальше. Опа, опа, опа. Ну бери ты. Тихо ты. Ай-яй-яй. Вот это я зря тут бегаю. Блин. Какой хер вообще? Так, тихо. Патроны. Ладно, перебирать потом будем, да? Так. Ну я выходи, что взял. О, зеленые штаняги. А чё, блин? Всё под одну гребёночку надо. О! Каска. Так, идем дальше. Так, тут есть каска медика. Она мне нафиг не нужна. Бежим, 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 бежим. Ух ты, пожорить. Прекрасно. Сюда нельзя. Окей, опасно. Так, давай, давай, давай. Опа. Ну, блин, с
судя по то, что никто не стреляет, мне кажется, здесь никого нет. Что это у нас? Куда обойма? Где она? Ой, что я сделал? Бля, не сюда нифига, да? Так, там я уже был. Тут я был. Там я был. Здесь я был. Сюда я заходил. Хоп. А, не ожидали? Опа. Здесь. А, здесь я уже был. Здесь я еще не был. А, нет, я здесь был. Точно. А вот здесь я точно не был. Хоп. Так, еще одна обойма. Давай забираем нахрен все. Попить тоже возьму. Спички мне нафиг не нужны. У меня уже есть спички. Так, это дробаш. Блин, я-то думал нормальное что-то. Так, все, здесь я был. Возвращаемся туда и уходим нафиг отсюда. Поскорее. В общем, что я могу сказать? Блин, ничего хорошего мне не попалось. Все, можно сваливать. По полям. Бля, застрял. Мансуем. Ща на кого-нибудь нарвусь, блин, вы будет весело. Так, ну все, самое, в принципе, нужное я собрал. Все, что мог. Сейчас я направляюсь в сторону своей палатки, до которой, в принципе, еще далеко бежать. Давай сейчас до леса. А чё тут зомбаки так тусуются, я не понимаю. Можно бы, конечно, вдоль проскочить. Вдоль всего этого дела. И посмотреть, может, чей лагерь найдем. Я надеюсь, в моей палатке никто не нашел. Она у меня там зачетно, в принципе, спрятана. Я думаю, никто не догадается. Если только там кто-то не будет пробегать, то ее могут запалить, а так навряд ли. Фух, ну все, вроде свалили. Все, направляемся в сторону нашей палатки теперь. Там, так сказать, общий сбор. Блин, я думал, кто-то лежит. Общий сбор средств всех моих. И буду выходить на СЗ уже. Сейчас-то уж мимо пройдем, потому что, блин, я так нормально переоделся, по сути. Ваши красавчик.
Так что, дорогие друзья, чисто от души и по-братски, подписывайтесь на каналчик. Ну, если не сложно, я думаю, это не сложно. Мне будет очень приятно. Также есть ссылочка на мой канал на YouTube. В описании там. Тоже можете перейти посмотреть, какую я снимаю интересные видео. Ну, не знаю, кому как, в общем. Хотите, переходите. Настаивать не буду. Так. Блин, спина болит уже. Так, стоп, чё я тороплюсь? Не торопимся. Вот сейчас у меня персонаж, блин, пить вообще не хочет. Жрать не хочет, пить не хочет, ну... Конфетка, а не персонаж, блин. А предыдущий? Жрать дай. Чё нового? Только новый рендер, все. И то он, знаешь, как бы уже примаячился так, что, блин, его вообще сейчас уже не ощущаю. Вот. А так, в принципе, ничего нового. Ждем патч 0.51, в котором будет добавлена новая звуковая система. Будут убраны все автомобили. Из-за того, что они какие-то баганые. Сейчас идет тестирование патча 0.61 там. Какие-то циферки. А так, больше, в принципе, ничего. Я не знаю, блин. Вот играю, играю. Все, вот жду. Велосипед хотя бы. Хотя бы велосипед. Блин, самое простейшее, в принципе, да? Транспортное средство. Велосипед. Блин. Почему вы его не можете добавить? Нет, мы будем ползти вперед батьки в пекло. Будем херачить самолеты, которые нахрен вообще не будут работать. В общем, новый рендер только. И все, наверное. Больше здесь ничего не сказать. А, ну, типа FPS поднялся. Ну, в принципе, да, чуть-чуть поднялся. В городах у меня все равно опускается до 14-20 там. Сильно то уж там, не знаю, не проседает. А так удержит там. Вот сейчас 77 показывает. FPS, я думаю, довольно-таки неплохо. В общем, ждем патч 0.50. Ой, 0.50, 0.61. Который мы уже ждем сколько? С мая, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь уже. Можно сказать, 5 месяцев мы уже ждем этот патч. А как мы ждали 60-й патч, это жесть. 8 месяцев. Даже больше, наверное, 8 месяцев. Так. У меня вроде тихо, берем немного правее, потому что нельзя сбиваться с курса. Ух ты, блин, нифига уже. 96 минут стрим идет. Сколько время-то, кстати, уже у нас? 6 утра. Летить, колотить. Один дурак, могу только бегать по каким-то чигирям, блин.
Не знаю, мне нравится DS, нравится КС-ка. Ну, в КС-ку я играю чисто там, знаешь, зашел максимум на пару катов. Дальше я начинаю нервничать. А так, не знаю, ну, не знаю. На другие слишком дорогие, блин, игры все. Сейчас вот Мафия 3, блин, 2 косаря. Где их нахрен возьмешь? Арму вот сейчас хочу. Тоже арму третью, блин. Но она стоит 2 косаря, 200 с лишним там тысяч. Какие еще там есть? Танки, танки мне не понравились. Не знаю почему. Пару раз, наверное, сыграл и все. Вот. Что еще? Раньше рубился, жестко рубился в Warcraft. Я, блин, когда учился в технаре, то я, блин, сколько? Ну, 2 года точно рубасил. Только после армейки перестал играть в Warcraft. Какие там еще-то популярные игры, я не знаю. В Мафию я вот посмотрел, говорят, что там сейчас пока 30 кадров, то все массиво, багов много. Игра, в общем, еще не готовая. Сказали разработчики. И продали ее за 2 косаря. А народу купила стопудово. Warcraft. Я Легион еще не играл, поскольку я, скажем так, пират, и Вовку я играл в пиратскую. На это у меня, блин, средств не хватит каждый месяц выплачивать там по сколько, по 800 рублей вроде у меня сейчас вот знакомый играет, 500 или 800 рублей сейчас там. Я бы так-то поиграл бы. Я знаю, что клевая тема, блин, Warcraft вообще, блин. Но сейчас я вот захожу, допустим, в Warcraft, да? В Пандарию. Сейчас последние. Последние разы играл. А, уши уже болят. В Пандарию играл. Блин, нормальная такая клевая игруха. Ну-ка, вон там что-то такое-такое подозрительное стоит, как будто. Вот. Так еще играю в Rust. Ну, сейчас редко, конечно, туда захожу. Обновления эти, блин, уже заколебали. Так, знаете, что я предлагаю? А ничего я не предлагаю. Не вижу смысла тут спросить. Я так понимаю, из луж, наверное, все-таки лучше не пить. О, я вижу тачку, господа. А свечку-то я не взял. Вот дурак. Так понятно, что уныло. Я в курсе. Есть те, которые, да, там стримят. Ну, не стримят, не больше там видосы, да, записывают то, что там. Ой, экшон, там перестрелки. Но я. DS это, по идее, выживалка, правильно? Тут зомби-апокалипсис. Ты должен выжить там, блин. В тяжелых условиях найти, пожрать там, блин, приготовить, пожрать, завалить там животинку. Это выживание, тут не должно быть. Вау, вау, какого хера тут Нива стоит, прям стоит. О, купить, шикарно.
Ой, открывашка вообще прекрасно, блин. И веревочка, сапоги. Понятно, что уныло, блин. Но ведь все равно кому-то нравится. Так. Явно ее кто-то собирает, да? Так. Ладно, хоть. О, блин, переключаться ж можно. Еду, еду в соседнее село. Как в детстве, знаете, в машину садились. Первая, вторая, поехали. Ладно, все, хватит. Аккумулятора нету просто. Я думаю, знаете что, надо бы отсюда как-то отвалить, малёха. Сколько я чувствую, что это чья-то машина. Поэтому лучше свалим по тихой воде. Бля, чё я тут по полям бегаю? По полям, по полям, по полям. Дорогие друзья, не забываем подписываться на канал. Мне будет очень приятно, а вам, я думаю, будет несложно чисто по-братски щелкнуть на кнопочку подписаться. Так, сейчас в охотничий домик заскочим. И можно послушать будет 10-секундный трек. Ну, если вы подпишетесь, я имею в виду. А так я стримлю еще в КС-очку. И... Тут сегодня Saint Row, у меня друг сидел, стримил. Первый раз, блин. Включали пятую, что-то она какая-то, блин, шляпа, на самом деле, это пятая часть. Да где здесь лужа-то, етить-колотить? Конечно, можно было бы засесть и ждать. У моря погоды ждать сидит. Так, тихо, где у меня оружие? Где мой пистолет? Это выкинуть нафиг. Пистолет надо взять, пускай все... будет у меня под рукой. А, да, вот, я, короче, тут на тачке такой проехал, а там в ров. Я в этот ров не смог заехать, в итоге буксовал, буксовал, долго буксовал. Кое-как выехал, вот сюда, к этому... Где он там? К крану, короче. И там оказался чувак. Он мне такой,
Цигель, цигель, ай-лю-лю, а я такой. Don't shoot, don't shoot. Он мне такой, типа, вылезай, мол. Ну, это я так думаю, что он мне это говорил. На самом деле я не понимаю, что они говорят. Что-то балакают там на своем. Так. Вот. Я такой, выпрыгнул из машины, побежал, взял оружие, разворачиваюсь, начинаю, короче, шмалять, и он по мне как даванул очередь, и все, я умер, блин. Ух ты! У меня персонаж проголодался. О, арбалет, шикарно. Еще один арбалет и шлем новый. А, кстати, вот шлем еще добавили, вот такой. Еще подбородок идет и козырек. Так, сваливаем нахрен отсюда. Нам нужно срочно валить, поскольку нет у меня патронов, ведь нифига. И что я сделаю-то? Так, тихо. Давай сейчас где-нибудь остановимся, перекусим. Надо срочно перекусить. Вроде хвоста не наблюдается. Тоже никого. Поэтому аккуратненько, не спеша. Так, а чё я бегаю опять? Тороплюсь. У меня же прогулочка, у меня же выживание в Дейс. Так, давай здесь. Сейчас здесь сядем. Ва-ва-ва. Дуб-труда-губ, трубы-губеньки, бычок. Так, у нас небольшой перекусик. Где рубашка-то? Ой, я зато ключ, кстати, отжал у них. Или они не смогут снять. И баночку пепси, а спрайта. Блин, мне пистолет лучше, чем хотя бы. У меня лежит в палатке-то вон.
неохота. О, тихо. Сильно там стрелять, палиться. Надо, наверное, заканчивать. Время уже позднее, блин. В принципе, стримчик 2 часа довольно-таки неплохо. Давненько у меня такого не было. Бля, чучело, ты меня напугала. Я думал, кто-то бежит ко мне. А это всего лишь чучело. Чучело. Как на горке, на пригорке жили 33 горки. Так, зомби. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать. Спасибо тем, кто подписался на меня. Так, а тут лайки-то вообще ставят? Не знаю, в общем, если что, ставьте лайки, если они здесь ставятся. Вроде не ставятся, или ставятся. Где-то подписка есть, лайк. Вот, ладно. Я надеюсь, вам понравилась моя прогулочка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на YouTube канал, в который я периодически бывает выкладываю видео. Может быть, даже бывает стримлю на YouTube. Поэтому, да, ссылочка в описании на YouTube канал. Подписывайтесь. Всем буду очень рад. Чисто по-братски и от души. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь и... В общем, всем спасибо за просмотр. Сейчас я заберусь. О, идти тебя колотить, да ну нахер. С КС-ка что ли? Еще и с прицелом. Вот это я круто попал. На ТВ. Так, а куда я ее запихаю?
поля не запихается, нифига. А если у этого вот... Кстати, давай посмотрим, что это за чудо-юдо. Фал. Что, довольно-таки неплохая пушечка выглядит. Так. Нет, я могу вообще куда-нибудь запихать. Сколько он занимает? Больше, да? Сейчас проверим. Неужели обойма ни одна не подойдет? Так, предлагаю, знаете, что, топор выкинуть. Этот он мне нафиг не нужен. Бля, не влезает. Обидно. Прицел тоже сюда нельзя. Кстати, а патроны какие сюда? А вот у меня еще есть обойма. И вот это. Кстати, обойма на М-ку, да, вроде? Сколько мне помнится. Станаги. Так, ну что ж, поделаешь-то. СКС у меня никуда не влезает, поэтому... Увы, пардон, и ах, придется мне ее не брать все-таки. Давай попробуем вот этот приклад. Где он у меня? Не подойдет, да? Еще и приклад не подходит. А, ну, в принципе, ну да. Да я тян за ногу. Ну, то есть сделал, малеха. Все. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Подпишись, подпишись. Сейчас, если подпишешься, то выскочит окошечко с музычкой. Очень эффектное. Не, чё, не подпишешься, да? Не, ну чисто по-братски. А, или ты уже подписан? Ну все тогда. Всем пока!